камерная и уютная обстановка вместо холодного помещения и серых стен. Библиотеку номер 10, что на улице Минина, преображают на глазах. Учреждение хоть и небольшое, но часто посещаемое, однако давно перестало соответствовать стандартам современной библиотеки. Требовалось заменить системы отопления и канализации, обновить стены и потолки. На сегодняшний день уже стены подготовлены под покраску. Демонстрирована одна из стен, в частности, переделан санитарный узел, и теперь он будет доступен для инвалидов, читателей. То есть туда может быть спокойно заехать инвалидная коляска. В библиотеке работает всего один сотрудник, но я еще раз повторю, что она любима жителями района, и очень часто в ней проводятся мероприятия самой разной направленности. Новый интерьер ждет и библиотеку номер 9 на улице Артема. Вместе с ремонтом завезут современную мебель. Библиотекари уверены, что с изменениями прибавятся и читатели всех возрастов. Для них готовят новые мероприятия. Всего на средства городского бюджета планируется привести в порядок 8 библиотек в разных районах города. Все большие библиотеки ремонтировались и модернизировались за счет средств федеральных, областных и муниципальных в рамках национального проекта «Культура». В этом году мы решили попробовать отремонтировать и отреставрировать эти библиотеки за счет собственных средств. Все ремонтные работы в библиотеках должны завершить до октября. Всего же к началу учебного года в Ульяновске обновят 17 учреждений культуры. Ремонт затронет 5 детских школ искусств, 8 библиотек и 4 дома культуры. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.